Всем привет! В данном видео мы будем делать анимацию социальной сети. Кому будет интересно данное видео и полезно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем спасибо! А мы, пожалуй, начнем. Переносим Twitter на нашу композицию. Нажимаем букву P и делаем размер иконки, какой нам нужен. Думаю, вот такой вот подойдет. Далее переносим начало ползунок и нажимаем часики. Далее переносим keyframe куда-нибудь вот сюда и смещаем. Смотрим на скорость анимации, не устраивает, пододвигаем. Ну да, в принципе так пойдет. Выделяем, нажимаем F9. Далее переходим в графу, здесь выделяем и настраиваем уже здесь анимацию. Да, вот так вот подойдет. Дальше делаем еще одну мини-анимацию, а именно, ну я думаю, вот здесь вот. Сейчас увидите, какая тут анимация мини. Ну, вот так. Да, вот так вот. Смотрим. Да, хорошо, в принципе. В принципе, даже ничего менять здесь не надо. Хорошая анимация. Далее, что мы делаем? Далее нам нужно будет создать shape. Вот так вот. То есть рамку. Нам нужна рамка. Так, сужаем, делаем по размерам. Нам здесь заливка не нужна, убираем ее, зато нужна обводка, ее ставим 2, я думаю, подойдет 2, нормально. Так вот, так вот идеально ложится. Смотрим. Да, хорошо. Далее что мы делаем? Я думаю, наложу сразу glow эффект. Мне он здесь нравится. Да? Неплохо. Так, я думаю, немножко его еще можно поуже сделать. Да, вот так. Лучше его сделать поуже. Что мы делаем? Мы делаем заливку. Заливку выполняем отдельно. Хотя, знаете, лучше можно сделать по-другому. Гораздо проще. Дублировать просто. Убрать здесь glow и убрать здесь stroke и добавить заливку. Да, вот так. Мы сюда делаем анимацию Dream Pass. Здесь делаем start end и здесь уже ставим 0, здесь 100. Таким образом у нас появляется вот такая вот анимация. Так, стоп, немножко неправильно сделал. Да, здесь мы сделали анимацию, а вот здесь вот мы не сделали. Здесь нам нужно 50 и 50. И знаете еще, как сделать нам надо? Нам надо пододвинуть, а вот это сместить. И у нас получается вот такая анимация. Нам нужна анимация этой заливки. Как мы ее сделаем? Мы ее сделаем простой маской. То есть создаем shape. Я думаю, вот такой. Да. Далее переворачиваем rotation. Далее нам нужно будет еще увеличить. Заходим в Rate Tackle, Scale и увеличиваем. Снимаем вот эту галочку, она нам не нужна. Вот так вот делаем. Ну, в принципе неплохо. Далее переносим под заливку. Мы ставим Track Matte на Alpha Matte.
И у нас появляется заливка вместе с тем, как она накладывается на нашу заливку. Анимируем наш shape. Каким образом? То есть выбираем тот момент, когда нам нужно. Вот, я думаю, вот этот момент. И нажимаем на scale в этом моменте. И когда заканчивается уже анимация эта, уже к концу этой анимации он должен будет закончить. Вот так вот. Закончить нашу обводку, нашу заливку. И у нас появляется вот такой вот, получается вот такая вот анимация. Я думаю, можно даже немножко подальше сделать, что наш шейп, что нашу обводку. Вот так вот. Вот неплохо. Хотя, знаете, можно вот так вот лучше сделать. Вот так вот, ну, немножко вот так вот сделать. Да, так вот, что я заметил, вот этого быть не должно. Заходим в position и перетаскиваем немного нашу маску, которую мы сделали. Ну и все, и вот получается у нас вот такая вот анимация. Так, не до конца. Снова еще правим. Scale. Не тот scale. Вот этот scale. Вот так. Хорошо. Хорошо. Не знаю, напишу что-нибудь типа your name. Name. Поставлю вот сюда. Да, в принципе, неплохо смотрится. Но я бы поменял, честно говоря, шрифт, потому что он мне не очень сильно импонирует. На вот такой вот. Акробат, мой любимый шрифт. Люблю его. Да, вот так. Можно даже немножко раздвинуть вот так вот буквы. После того, как у нас вот эта вот анимация дошла до этого момента, до момента кульминации, скажем так, мы можем нажать Position, сделать, уже начинать выдвигать нашу анимацию. Она будет быстрая, я не хочу, чтобы она так долго шла, поэтому я думаю, вот отсюда она уже будет вот здесь вот. На этом моменте. И вот здесь она уже заканчивает. Вот так. Можно даже вот здесь вот сделать продолжение. Так, что у нас получается? Неплохо. Далее нам понадобится маска, чтобы... Ой, не такая маска, а вот такая. Вот такая маска. И ее надо будет сейчас поднастроить. Нажимаем на Mask Path. Да, можно так и оставить, в принципе. В принципе, неплохо. Но он не посередине. Я хочу немножко его подредактировать. Поэтому мы нажимаем снова букву P на английской раскладке. И подредактируем. Вот так. И у нас получается довольно занятная анимация. Да, хорошо. В принципе, у нас анимация готова. Анимация появления. Делаем из нее прекомпоз. Назовем ее
Social Animation. Нет, я думаю, просто SA. SA готов. Так, мы сделали с вами анимацию, но она только появление, анимация появления. Далее нам понадобится плагин Particle. Кому нужна будет ссылка, ссылка будет в описании на то, чтобы скачать, но сразу же скажу, что она платная. Поэтому дальше будем работать только с плагином Particular. От TrapCode. Так, дублируем SA. Называем его SA Reload. Здесь копируем SA. Смотрим то, что у нас SA с Reload никак не связано. Мы далее, вот видите, Source Name. Мы нажимаем Alt, Ctrl и знак вопроса на клавиатуре рядом с шифтом. И между U буквой и шифтом. И у нас, как видите, оно связывается. То есть мы это два как разных слоя, мы их просто сейчас можем менять. Они никак не взаимосвязаны. Заходим в SA Reload. И тут создаем маску. Вот здесь вот снова мы создаем Precompose. Называем SA Layer. Создаем маску. Такую. Я думаю, ее можно поменьше. И другой фигуры. Вот так вот. Вот так вот, да. Нажимаем на анимацию маски. Я думаю, сделаем это тогда, когда у нас уже прошла анимация основная. Вот. Потому что эта анимация будет завершение. Я думаю, на двух секундах. Нормально. Вот здесь вот. Да. Вот здесь вот. Так вот. Начинается. Вот здесь вот заканчивается. Мы выделяем все точки. Можно вот так вот сделать. И проносим. Здесь вот останавливаем. То есть у нас вот такая анимация получается. Можно немножечко помедленнее сделать. Вот так вот. Да, неплохо. Нам надо бы немножко размытия добавить. Я думаю, еще вот так. Да, вот так вот размытие. Да, так поинтереснее смотрится. Ну, и дальше у нас еще будет скоро самое интересное. Нам дальше понадобится еще одна анимация. Только уже на основную. Заходим в эффект, находим transition и linear wipe. Делаем так вот на 270, примерно 271 у меня получилось. И у нас же начинается с 2 секунд. Вот мы тоже примерно с 2 секунд начнем. Нажимаем и где-то вот здесь. Вот так вот делаем. Да, отлично. Дальше мы увидим и подрегулируем, что надо будет подрегулировать. По ходу дела создаем новый слой, называем его Particular. Окей. Переходим в наш плагин. Так, код. Переносим. Ждем, пока он
активируется. Он активировался. Видите, у нас появились такие вот штуки беленькие. Нам нужно будет дальше настроить его. Нажимаем Layer, переходя в Emitter. Дальше переходим в Layer, Emitter. Нажимаем на SA Particular. А, я забыл. Нужно немножко по-другому делать. Нужно нам поставить на 3D и нажать уже на SA Reload. Итак, далее нам нужно будет, вот как видим, сейчас мы увидим анимацию. Так. Угу. Дальше здесь вводим числовое значение 300 тысяч. И, как видим, у нас появляется такая вот анимация. Вот такая вот анимация. Но мы немножко неправильно сделали нашу маску. Нам нужно будет ее поменять немножко местами. Поэтому что мы сделаем сейчас? Мы вот эту вот поставим вот сюда, а вот эту вот сюда. И у нас получается вот такая вот анимация. Сейчас переходим обратно и смотрим. Подстраиваем анимацию под нашу основную анимацию. Посмотрим, что у нас получается. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Но мы немножко сейчас еще подрегулируем наш плагин. Перейдем в Particle. Здесь нам нужно изменить size на 2,5. Вот такой вот сделаем. Physics уменьшим где-то на, ну, я думаю, вот так вот сделаем, чтобы оно более так вверх уходило. 180, да, пойдет. Далее здесь переходим во вкладку Air. Здесь меняем значение на рандомные. Ну, главное, чтобы в плюс и немного. Потом поймете, для чего это делается, если вы покрутите. Далее мы переходим во вкладку Rendering. Тут нам понадобится Motion Blur. Здесь меняем на On. Вот так вот. Здесь числовое значение меняем на 140. Ну, в принципе все. Посмотрим. Еще, кстати, будет клево наложить и сюда glow эффект. Glow. Так. Да. Гораздо круче же. Вот так вот, да. Да, круто. Крутая анимация. Посмотрим, что в итоге у нас получилось. И мы сейчас еще добавим с вами прозрачность для того, чтобы сделать эффект ухода. Для этого нам нужно будет нажать букву T на английскую. Здесь будет pixel сотня. А чуть-чуть подальше, вот здесь вот примерно 0 ставим значение. И у нас выходит вот такой вот эффект исчезновения. Можно, конечно, подальше сделать, чтобы оно не так резко уходило. Я думаю, это даже будет к лучшему. Да. Можно
F9 нажать. Да, в принципе, неплохо. Можно даже будет сейчас поменять скорость исчезновения. Так будет даже еще красивее. На, я думаю, вот так. Потом так дольше, дольше, а потом быстро уходило. Давайте посмотрим. Да, неплохо. Ну вот и все. В принципе, анимация готова. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. И всем пока.